Советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог и публицист Григорий Козинцев был учителем для многих известных кинорежиссеров. У него учились Станислав Ростоцкий, Василий Катанян, Илья Вербах, Алексей Герман и Эльдар Рязанов. О связи поколений и педагогическом таланте Козинцева самарцам рассказал известный киновед Евгений Марголит. Один из, наверное, самых именитых историков кино нашей страны. Евгений Яковлевич очень много лет занимается изучением архивов и творчества Григория Михайловича Козинцева, одного из главных мастеров Рязанова во ВГИКе во время его учебы режиссерскому мастерству. И именно поэтому мы пригласили Евгения Яковлевича в неделю празднования дня рождения Эльдара Рязанова рассказать нам о педагогическом мастерстве и то, чему великий Козинцев мог научить будущего великого Рязанова. Историк кино Евгений Марголит сам долгое время работал педагогом. На его счету более 300 статей в кинопрессе, научных сборниках, коллективных монографиях. В 1998 году стал обладателем премии гильдии киноведов и кинокритиков России в категории «Теория и история кино». И значительную часть своей научной работы Марголит посвятил творчеству Козинцева. Ему посвящена и книга, над которой сейчас работает известный киновед. Григорий Михайлович – один из моих любимых героев. Личность невероятно интересная, с невероятно яркой судьбой. Это человек, становившийся, выраставший в одну из самых сложных эпох, в которую очень трудно остаться автором собственной биографии. Потому что и само время настаивает на своей версии биографии. И отсюда неизбежно входит человек в сопротивление со временем. И как ему удается или не удается победить, меня тоже очень интересует. Творческая встреча завершила цикл лекций «Феномены кино», которые организует музей Эльдара Рязанова. Лекторий продолжит работу уже в 2025 году. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.